Сложный соперник. Только так и не иначе можно характеризовать смоленскую команду «Днепр». В противостояниях текстильщика с этим футбольным клубом красно-черным давно не удавалось добыть 3 очка. Да и дисквалификация нескольких сильнейших игроков не пошла на пользу ивановцам. Однако уже с первых минут матча красно-черные перехватили инициативу. На 22-й минуте встречи с пенальти ворота гостей распечатал капитан нашей команды Евгений Лосев. Второй раз поразить ворота гостей ивановцы смогли в конце первого тайма. На 37-й минуте хозяева заработали угловой, который выполнил Лосев. Голкипер гостей не дотянулся до мяча. Ивановец Андрей Смирнов головой направил мяч в ворота. Но на этом голевая серия текстильщика не закончилась. В самом начале второго тайма третий мяч был отправлен в сетку ворот смолян. Отличился Лосев, но радоваться успеху ивановцам пришлось недолго. Буквально через пару минут судья назначил штрафной, отразить который у нашего вратаря почти не было шансов. Несмотря на один пропущенный мяч, ивановцы не потеряли настрой на игру. Уверенно атаковали ворота гостей. Но случилось то, что коренным образом изменило ситуацию. Арбитр встречи вынес желтую карточку за симуляцию нападающему красно-черных Сергею Орлову, для которого она оказалась второй в матче и переросла в удаление. Оставшись в меньшинстве, ивановцы пропустили и еще один мяч. До конца матча ивановцам удалось сохранить преимущество и не пропустить еще. Итог встречи 3-2. Для голкипера красно-черных эта игра стала второй в первенстве. И оправданно самой сложной. Понятно, что первый матч они всегда волнительны. Ребята из команды себя поддержали, тренера тоже, болельщики тоже тепло кричали. Так что особо волнения не было, но было пару ошибок, конечно. Но есть теперь над чем работать. По мнению тренера красно-черных, игру можно разделить на две противоположные по эмоциям части – до и после удаления Орлова. Очень приличный первый тайм, очень хорошего качества, забитые голы, движение команды. Очень понравился первый тайм. Начало второго, опять говорю, до удаления, счет 3-0, казалось бы, вопрос закрыт, но удаление, соответственно, игра переворачивается, у нас на одного меньше. Вместе с заслуженной победой над Днепром ивановцы вернули себе первую строчку первенства. Подтвердить лидерство красно-черным предстоит еще в одном домашнем матче. На этот раз с «Локомотивом-2». Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.